Последние зимние дни, пока природа еще не проснулась окончательно и не заиграла яркими красками, у нас есть возможность подарить себе весеннее настроение, внеся обновление в домашний интерьер. Максимальное впечатление дает тот элемент, который больше всего по площади. Поэтому логично начать обновление со стен, мебели и текстиля. Большое значение в настроении интерьера задает цветовая палитра. Яркие весенние краски, неординарные орнаменты и принты, необычная фактура и инновационные технологические решения. Современные производители обоев дают возможность задавать жилищу практически любое настроение. Тропические мотивы и сочные краски будут вполне органично смотреться как в гостиной, так и в спальне. Яркие тона освежают пространство и делают его визуально теплее. Природные мотивы в стиле английского загородного дома и стиле Прованс в этом сезоне вновь вошли в моду. Подобные дизайны великолепно подойдут людям, которые предпочитают вспоминать о весне в более классическом варианте – с мягкими цветочными рисунками и природными пейзажами. Кстати, практически для всех коллекций обоев производители выпускают ткани-компаньоны, помогающие создать идеальный интерьерный ансамбль. Конфликт века нынешнего и века минувшего в современном дизайне интерьеров не актуален. С помощью антикварных вещей и предметов старины можно добиться не только обновления, но и эффекта облагораживания. Настоящие старинные вещи однозначно свидетельствуют о высоком положении и статусе своих владельцев. Антикварные предметы интерьера со своей историей создают эффект своеобразного путешествия во времени. Кроме того, приобретение антиквариата – это настоящее инвестирование в будущее. Ведь такие вещи со временем не стареют, а только приобретают свою значимость и ценность. Над старинными предметами, собранными с величайшей любовью и бережно хранимыми, не властно даже время. В атмосфере нового жилища, словно в новой оригинальной оправе, они тоже начинают звучать иначе, демонстрируя безупречный вкус своего хозяина. Салон «Ренессанс» – крупнейший салон по продаже антиквариата и предметов старины. Мы продаем не вещи, а время. Баумана, 44. «Ампир Декор» – это более тысячи различных коллекций обоев, тканей, света и декора от ведущих мировых производителей. Сулеймановой 3.